Тихоград або сон у новогоднюю ночь. Гомельский центр инклюзивной культуры рыхтует до новогодних святов музычную казку для усёй семьи. Спектакль будет зразумелый глядачам со слабым слыхом. Веселая, наполненная чаровництвом история научит верить у цуд и добро. Глядачов чакают запальная музыка, гумористичная клоунада, пластичная пантомима у сполушении с хореографией, живым вокалом и жестовой песней. Новогодняя казка расскажет, как створать чаровництво, уособлять у житё свои добрые мары. Допомогут у гэтым яркий реквизит, световое обсталяванне, выразная игра актеров. Музычный спектакль пройдзе у интерактивной форме. Спектакль этот интерактивный. Будет игра и в зале, и с залом. Жестовая песня, сочетание голоса и жестовой речи, хореография, пантомима, клоунада. То есть спектакль совершенно нового формата. Зрители не просто будут зрителями, они будут являться непосредственно участниками этого спектакля и участвовать в этой сказке. И я думаю, мы уверены в том, что спектакль понравится всем, и родителям, и маленьким детям, и взрослым. Представление отбудется 20, 22 и 25 снежня о 16 године в Доме культуры по улице Юбилейной, 48.